Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Куплинов Плей, и это игра под названием Ангело и Димон Овенхелло Фэнэ Квест. Это, короче говоря, какой-то квест, я так понял, в старом стиле, в старом духе, ну, когда эти квесты игрались везде подряд и всеми подряд, но на современную тему, про какую я пока не скажу ни в коем случае, потому что это для вас останется секретом, тайной. Бля. Последний клиент на сегодня живет где-то здесь. Ненавижу позднюю работу в пятницу. А, в смысле? Я думал, не понял. Да? Я думал, что на как бы нет. Я не дал, что... Я думал, будем играть несколько за другого персонажа. Ну ладно. Что такое? Устал я уже. Лучше запустить хитрую машинку. Машинка здесь, да? Телефон смерти. Окей, давай. Это квадрокоптер, который расщепил дверь. Ебануться. Консьерж. Мне не доплачивают за лишние души. Да, поехали. Я не знал, что лифт, как бы, смерть пользуется лифтом. Он, скорее всего, не приедет. Нет, он не приедет, потому что нужно будет пешком идти, это я понял. Shit. Бля! Like ну, always. Как всегда. Ну ладно, пойдемте на этот, на второй этаж, так, пешком. Мы играем в квест за смерть. Ну, а почему нет? О, этот, кстати, я думал, мы за него будем играть. Алло. Это же он, вот этот вот чувак, дружище, который... Ну, естественно... Да ты блогер, в конце-то концов. Блогер, который решил снять... Решил снять неебически крутой сюжет, если уж на то пошло. Если уж на то пошло. Ладно, а номер 90... Так, квартира номер 6. Найду ее и поеду, наконец, домой. Ну ты понял прикол. Короче, психанул наш товарищ-блогер. Рендер у него сломался, файл повредился, все пошло по пизде, соответственно. И из-за этого он кинул кружку в дверь, которая перевернула номер, которая перевернула всю его жизнь. Вот оно, собственно, так и работает. Здравствуйте. Звонок в дверь. А, ну так вот, я думал сначала с него... Не звони, пожалуйста, так быстро. Я думал... Какой раздражающий звонок. Это просто жопа. Где-то был такой звонок, он так бесил меня. Такой мерзкий. Он прям отвратительный. Он прям просто месиво. О, сука, как же мерзко. Отличный костюм, приятель. Удрал с косплей-вечеринки? Такая фоточка привезет мне грузовик лайков. Поди предо мною, твой час пробил. Вау, зачетный голос. Это твой последний миг. Приготовься. О, готов. А что дальше? Да блять, батарея мертвее, чем я. Да окей, приятель, давай так. Я заряжаю твою консервную банку, ты забираешь меня из этого мира, и все. Окей. А где твой голос? Где твой крутой голос? Это была программа на телефоне. Обязательно качну ее. Это программа для изменения голоса, ты понял? Внезапно. Да, бывают такие, пользуются и такими, окей. Так, куда заряжать-то мне? Робот, херобот. Так, приставки современные, модные, портативные. А где заряжается телефон, серьезно? Мой телефон, телефон смерти. На комп. Нет, это вообще не вариант. В смысле, блядь, а что от компа не зарядить? USB-устройство включаешь и норм. В ванной, может быть, заряжать? Ой, блядь, ох уж, ой, это можно я отсюда быстрее, пожалуйста? Я просто отсюда выйду. Так, компьютер.
Проект не может быть... Да еб... Bloody hell! Да бля! Да бля! Да бля! Проект не может быть завершен. Пупол. Пупол? Говнючий поисковик. Я понял. Так, иконки, иконки, иконки. Никогда не знаешь, что завалялось на винде. Ну, так-то знаешь, конечно, ну ладно. А где телефонная розетка-то? Вот это что ли у тебя? Почему пропали надписи? Да какой телефон применить? Бля, серьезно, как зарядить телефон? Это квест просто невозможный. Я знаю, как его заряжать. Вопрос, во что его воткнуть. Это очень интересная игра, я тебе реально говорю. Я ее просто заявляю на 100%. Где у него, блядь, розетка? Ты издеваешься, что ли? Где твоя ебаная розетка? Скажи мне, пожалуйста. Ты вообще что, дебил? Где у него розетка? Здесь не было случайно розетки? А, блядь, ну конечно. Болтается, я его не заметил. Так, телефон смерти. Cyborg OS. Ага, Киборг OS. Это многое объясняет. Сейчас воткнем. Эй, тут нет никаких дырок. Я думал, что убрать аудиоразъем — это уже революция. Пускай владелец расскажет, как заряжать эту херню. Давай, без проблем. Он просто висел так красиво, как будто прям весь компьютер. Как заряжать эту херню, скажите мне, пожалуйста. Это NFC, там нужно как-то беспроводной зарядка. А как это заряжать? Ой, хуйню-то, если что. Киберконсервный банк. С помощью энергии молний, пронзающих вечное пространство и заставляющих его вибрировать. Беспроводная зарядка. Да бля, придется заморачиваться. Только два места в моей берлоге вызывают ассоциацию с беспроводностью. Инет и работающая микроволновка. А, ну без проблем. Без проблем. Так, обожди здесь. Давайте так и сделаем. Телефон смерти. Думай. Ничего не помогает. Так, а что еще-то? Может, ее просто открыть нужно? Грязь. Ёпт. Ты вообще, что ли, ей не пользуешься? Или ты так прикольно все это? Мне кажется, нужно что-то еще. It's not cool to run it empty. Что-то еще что? Интернет включить, что ли? Тебе нужен роутер туда посадить? Комп? Может быть, мы посмотрим, как это делается? Микроволновая энергия, там все дела. Сюда можешь что-то печатать? А, ну да. Как зарядить телефон без зарядного? Гениально. Лайфхак убивает, как зарядить телефон без зарядного. 249 миллионов просмотров. 1 миллион лайков. Так, лайфхак, который убивает. Попробуем. Piece of shit. Что там надо было? Магнит. Магнит. Микроволновка. Окей, я понял. Там написано не лайфхак убивает, а лайфхак, который убивает. Окей. Ну, я понимаю, нормально. Наверное, в роботе можно взять магнит. 100%. Ну, а где еще может быть магнит? Что обычно магнитят блогеры? Я вообще не в курсе, блядь. Куда он упал-то? Ну, мне явно нужен магнит. Может быть, он в ванной у меня? Ну, или в холодильнике. А в холодильнике магнит от дверцы магнитит. Это 100% там. Он выглядит чище микроволновки. Ну, видать, ты им почаще пользуешься. Там вода само собой все моет. Уточка, шкафчик. Палочки, щетка. А, там есть магнит? Да, там есть магнит, скорее всего. Зубная щетка. Как ее открыть? Непонятно. Ладно, так, уточку возьмем. Нет, не будем брать. И вам кря, говорит он неизвестным голосом. А, вроде нет гостей. Ёсно, типа, убираемся только перед гостями. Понятно, чтобы не было стрёмно, что ты, типа, весь грязный. Все еще полный пакет. Ну, естественно, все же на полу стирается. Лайфхак, нахуй. Не хочешь тратить порошок, стирай на полу. Там чисто, знаешь, вока из ванны выходишь, умываешься, там капли брызгают, на вещи попадают, и они временами, короче, чистятся. Не пользуйся таким лайфхаком, это лайфхак, который вообще беда. Так, магнит. А вот магнит, лайк. Внутри меня закипает хейт! Сука! Actually, на самом деле, между этими двумя пальцами нет разницы. Просто один вверх, другой вниз. Можно взять магнит-то, нет? Книга. So cool. Книжки — это круто! Читать это круто и модно. Может, я тоже как-нибудь попробую. Так, работай. Да где магнит-то, ёпта мать. О, этот могучий фрукт может поднять цену любого гаджета. Даже холодильника.
А ну окей. Давайте попробуем и так. Все выглядит довольно забавно, мне кажется, нам пиздец. Там как бы лайфхаки, которые убивают. Не, это вообще не вариант. Ну ты что, дурачок совсем? Я совместил такой фрукт и робота. Мир может рухнуть. Закрыть, включить. Работает микроволновка? Угу. Что-то мне кажется, что это не сработает. Все еще сдохший. Волны слишком слабые. Давай побольше настроим. It's still dead. Waves are too weak. А, ты сейчас у меня спрашиваешь, может быть, добавим туда щетку зубную? Damn, puzzles. Чертова загадка, что-то неправильно. А как волны занастроить? Может быть, прибавим волны через комп? Все же логично. Пойдем загуглим. А, как это закрыть? Да это повтор. Может быть, мне нужно два магнита? Это кусок дерьма поет нам создатель этого лайфхака. В принципе, он, скорее всего, прав. Мне даже кажется, что он 100% прав. Как можно усилить мощность магнита? Кто знает физику? Я не в курсе. Щетку я, в принципе, подобрал. Может быть, что-нибудь помыть? Микроволновку помыть, может быть, нужно щеткой? Серьезно? Не, ну почему нет? Взять. Грязь, точно. Блять, давайте мыть грязь. Мне кажется, все из-за этого. Крепкая грязь! Надо бы кислоты чужого, как минимум. Теперь тебе нужно чистящее средство? Да какая смерть, не подходи к ней. Есть в холодильнике? Как сложно, блять. Я так понимаю, нужно помыть. На компе вряд ли что-то... Ну, это все должно быть в ванной, это 100%. Нам нужно чистящее средство. Порошок можно взять? Давай тогда попробуем применить на него щетку. Думай, ничего не помогает. Уточка. Ну, шампунек здесь никаких нет. Может, в унитазе ее помыть? Она же типа чистая. Нет, это вообще не вариант. Ну, ты дурачок, что ли? Все это вариант 100%. Это по-любому все работает. Damn, puzzles. Something's wrong. Не понимаю. Я понимаю, что нужно, скорее всего, почистить микроволновку. Может, тут сверху есть стаканчик, ванная. Может, стаканчик не просто стаканчик стоит? It's not cool. Но он по-любому хочет ее грязь. Может быть, есть кислота у смерти? Ясно, понятно. Где еще что есть? Где вообще у него может быть хотя бы что-то? Холодильник не открывается, это 100%. Золотая кнопка. Золото фальшивое. Вот отслоилась, и внизу грязь. Добро пожаловать в онлайн-мир. Золотая кнопка, золотая. А, это типа это, золотая кнопка, золотая. Но на самом деле нихуя я. Где помыть щетку? Здесь тупо больше негде ничего применить. Там есть комп, но в нем ничего нет. Там, может быть, помыть щетку где-то в этом? Никогда не знаешь, что завалялось на винте. Это мы уже видели. Может быть, мой телефон зарядить надо? Мой приятель всегда полон заряда. А, так можешь их вместе совместить. Понять тебе, как это скомбинировать. А есть подсказки здесь? Что такое? Hey, Sarah. Эй, Сара. Explore the fridge. Исследуйте холодильник. Это подсказки легальные, так я эксплоривал уже, нет? А что тут есть-то еще? А, он открывается, ёб твою мать, ясно, понятно. Так, известная газировка. Я знаю, какая, скорее всего. Возможно, это и есть ледочел. Ледяной человек! Это человек изо льда. Ну, это понятно. Так, закрыть дверь. Суп! Это китайский суп, пример того же возраста, что и сам China. Китай. А так, может быть, подойдет нам, нет? Nope. Нет, это не вариант. Тухлый помидор? Фу, слава богу, нет. И мой палец чистый. Яйцо. Фу, оно липкое. Все еще хрустит. А чё бы и нет. Так, лук, сыр,
Еще один чипс, хуйня. Ладно, понятно, кислота чужого. Нам нужна кислота чужого на микроволновку. Спасибо тебе, Сара. Now imagine that's а теперь представьте, stomach. Что это ваш желудок. It works. Сработало! Все, что нужно, это протереть. I'm not that mean to gadgets. Нужно протереть? А есть что? Ясно. Так а теперь вообще нормально можно пользоваться легально? Hey, Sarah. Эй, Сара! Ну, она сейчас скажет, что возьми, иди швабру. You need a bathroom. Ну, конечно, 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 конечно. Это, кстати, прикольно сделали, что этот помощник голосовой помогает проходить квест. А, туалетную бумагу. Возьму, наверное, ее. Ай, подожди, а я ее не видел до этого. Он потому что вставал постоянно как-то в нее непонятно. То есть он встает, туалетная бумага и закрывается им. Сейчас я ее увидел, все нормально. Так, поехали. Сара, конечно, молодец. О, теперь волны могут свободно проникать. Что-то мне кажется, это могло бы быть крутым лайфхак-видео. Мне что-то кажется, что вряд ли микроволновые волны задержатся через грязь. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, закрыть, включить. Вау, мощь микроволн! Я эту мощь чувствую по запаху! Или это были остатки завтрака? Какого завтрака? Мы же ее вымыли. Так, телефон должен быть заряжен. На, держи! Зови меня некромантом, потому что твой телефон ожил! Отойди-ка! So this, и все, вот это путешествие в другой мир реально? Так же реально, как и я для всех. О, я в деле. Это же шанс замутить самый чумовой видос всех времен. И ты не боишься вонючего дыхания других миров? Одинокого вечного дрейфа до бескрайнего горизонта? Слушай, чувак, канал подыхает. За рекламу стали меньше платить. Если не залью что-нибудь погорячее... Придется искать настоящую работу. Да я уже в страшном сне вижу себя таксистом, уборщиком, да или строителем. И никаких больше бесплатных ништяков. Никто больше не даст денег за то, что я сижу в своей заднице. Это самый большой кошмар для любого блогера. Ладно. Ну что ж, дорогие подписчики, ожидайте моего прибытия. Лайкайте, подписывайтесь, кто еще не успел. Наше приключение начинается. Стой, сам важный чуть не забыл. А кому это говорил сейчас, как бы? Это стрим, типа, идет, да? Нет? Просто он как бы пошел, никому ничего не сказал. Это будет так скучно. Да. Let me fix it. Сейчас поправим. Ненавижу свою работу. Ну это, если ты не понял, то это ритмичная музыка. Новая жизнь для блогера. Ёб твою мать. Че тут так все, что-то не очень-то. Ты что? Робот, серьезно? Его надо как-то включать? Приветствую, мертвый путник. Компания Силы Зла рада приветствовать вас. И предложить замечательную поездку в ад. Ты, наверное, робот, контролируемый злым искусственным интеллектом. Вероятно, но вы, наверное, тоже. Я буду звать тебя Сири. Не, за это мне выпишут миллионный счет. Может, ноунейм? Хотя безопаснее будет тебя никак не называть. Тут надо что-то платить? Нет, поездка бесплатна. Наслаждайтесь своим путешествием. Кушайте, пейте без ограничений. Есть маленькие дополнения к стандартному соглашению мертвого путника. Но о них вы узнаете только по прибытию в ад. Бля, ну прям как в моем банке. Так, а можно я это? Сделай мне напиток. Взболтать, но не размешивать. Этот рецепт эксклюзивен для определенной персоны. Это какой-нибудь Джеймс Бонд, да? Пожалуйста, возьмите шампанское. Спасибо. А, и все, что ли? Стой тут. А где я тут пойду? Закрыто. А, вот это вот трамвай. А, это трамвай в рай.
Трамвай в рай! Вай-вай-вай, серьезно тебе говорю, ну? Так, сейф. Сразу иду вскрывать сейф, а хоть бы делать. Не трогай. Это мое. Дай да ладно тебе. Блогерам всегда дают халявный VIP-доступ. А я блогер. Dead one. Только мертвый. И чё, блядь? И чё, блядь? There's no dial here. Тут нет панели набора. Special line. Особая линия для звонков смерти. Да? What is this а чё это за место? Станция между двух миров. Один сверху, второй под землей. И здесь единственное место, где я могу расслабиться и изменить одежду. Ах, к сожалению, моя мантия не бессмертна. А хоть что я не поменял? Много не пей, а то умрёшь. Ай, ебать! Ему нужны юмористические ролики снимать. Ты смотри, ебашит, шутит, как охуенно. Так, хорошо, а можно я поеду в тот трамвай? Я ебал в рот вашу вот эти вот. Это адский мост. Этот адский мост построен на дены, украденные чиновниками. Спасибо. Круглосуточная горячая линия 22330088. Хорошо. Какие дены? Что такое дены? Холод. В смысле холод? Что такое холод? Холодно! Ебать, это даже так работает. Если холод, то холодно, серьезно. Как это странно. Я думал, у блогера все по-другому. Hello? Агов. Who needs a new кому тут нужен angel? Новый крутой ангел? Nobody's here. Никого. Just do. Умная мысль. Ага, окей. Визитка. What is it? Это еще что такое? Better call death. Лучше звоните number смерти. Номер 555. Раз, два, три. 256. Wow, really? Wow, серьезно? Просто делай. Или как это? Тут не хватает что-то. Липкая пленка. Это не я. Пленка просто такая старая, что липнет к пальцам. Хорошо. Мне кажется, кому-то пригодится. Подожди, я мог что-то куда-то применить? Может быть, просто сделай и типа смерти приклеить? Ну-ка, смотри-ка. Прикол. This is a combination of non-combinable items. Нет, не прикольно. Ладно, хорошо. Давайте приклеим сюда визитку. Damn, puzzles. Something's wrong. Опять? Что такое? В смысле? Ты чё, бля? Алло? Слышь, прекрати. Ебать, я за чё заметил? Чё заметил? Ебать, чё заметил? Чё заметил? Чё заметил? Чё заметил? Ебать. А давно ли? Давно ли? Сразу вот эти, знаешь, вот эти меж мирами даже камера начинает зависать. Надо комп, значит, перезагрузить. Комп нужно перезагрузить. Сколько времени прошло? 23 минуты. Хорошо, скоро перезагрузим. Скоро перезагрузим, хорошо. Так, я поехал. Окей, ладно, все, я вроде все почитал, все посмотрел. Вызывай, ебать! All right. Call the train. Вызывай поезд! Destination? Пункт прибытия Hell. Ад! А, вот, я тут... А, блядь, это метро. Я думал, на мост нужно идти, там типа завалено все. Спасибо, я пошел. Так, все просто. Блин, в карету мне никто не это... Ладно, я поехал. Я не понял, зачем мне эти только... Эй, hey, приятель, слышь сюда. What are you? Чё такое? A free gift? Сувенир за поездку в ад? А, ты что такое? Мне нужна твоя помощь, мужик. Реально. Забери меня в ад. Are you а ты что? Маленький дьявол? Да, ну конечно. Я был типа обычным парнем с улиц. Рэп, банды и все такое. Потом лифт, и я тут. Вот в этом туловище. С тех пор я здесь и работаю. Принеси багаж, протереть ворота, вымыть посуду в баре. Обычная работа для парня вроде меня. Ну ты понял. Как ты? Ты имеешь в виду? Да, моя природная цветовая гамма. Это ты сказал, я ничего такого не имел в виду. Расслабься, чувак. Значит, у тебя нет претензий, что мы тут общались о твоей природе. Я же сказал, забей. А ты уверен? Абсолютно. Блядь, ты реально повернутый очкарик. Тебе и правда место в аду. Он перестраховывается многократно, чтобы потом чисто, если что, ебать, все записано, все документировано, я тут не при чем. Хорошо. Are you a gangster? Ты чё, гангстер? No, нет, я гангстер. Зацени флоу.
Мне не нужен нож и пули. Мой рэп острее стали. Открой рот, как пулемет, и поминай, как звали. А теперь ясно, почему ты мертвый. Ты просил себя в ад или в рай? Чуваки сверху сказали, что мои тексты не подходят как блестящим облачным комнаткам. И те придурки из ада накатали письмо, типа их ад недостаточно большой, чтобы вместить мой рэп. Не, ну ты прикинь. Ну вот они нарядили меня в этот клоунский шмот. Никакой публики, кроме этого говорящего ведра. Я вас слышу. Ебать, они чисто, знаешь, слили пацана. Ха-ха, иди нахуй, говорит, отсюда чмо. И не туда, и не сюда. Сидит, застрял, лишь никому мозг не ебал. А в чем проблема-то? Билет продан? Да я застрял то, чувак. Что-то типа персонала станции. А мне типа нельзя никуда свалить без разрешения. Хотел бы сказать, что я тут подыхаю. Но нет же. Вечная работа. Что может быть хуже? А вот это точно. How can I help you? А чем я могу помочь? Достать бумаги, которые позволят мне уйти. Какие? Незнакомец. Может быть, тебе дать пленку? Think. Doesn't help. А может, позвонить смерти? Damn, puzzles. Something's wrong. Пойдемте к смерти, угостим его, вот эту вот, угостим шампанским. Типа что-нибудь разузнаем. Cheers. Ваше здоровье. Хуёвье. Ну-ка. Think. Наверное, нужно через диалог все это делать, конечно же, само собой. Так, ну-ка. Can I take а можно взять с собой этого летающего парня? Нет, он обслуживающий персонал. Он обязан здесь вкалывать. Если только у него не будет специальных бумаг, которые позволяют ему покинуть станцию. А ты не можешь напечатать такой документ? Я, правда, не вижу никаких отверстий. Роботы не печатают. Да ну давай, уволим его и все. Ах, если бы я только мог. Ну давай у смерти спросим. Без проблем вообще, ноль проблем. Я не завис? Здесь окей, все хорошо. А как же попасть на небеса? Тут же никого нет. Не так много кандидатов, допускаемых в рай. Сам видишь, их перрон старый и немодный. Нет посетителей, нет смысла делать ремонт. В смысле? Не понял. Оло. Может быть, набрать визитку на сейфе? Nope, not an option. This is a bad choice. Believe me, I'm a pro. А давайте позвоним нашей подружке. Она вообще здесь ловит, нет? Hey, Sarah. Use the card to call. Наберите номер с визит. Clarifying for you. Уточню. Именно вам с помощью смартфона. Давайте. Я же применял визитку на телефон, хотел позвонить, но оказывается, нужно своего звонить. Я понял, все хорошо. Звонит телефон. Меня зовет тишина. Я вернусь. Аккуратней с языком, правообладатели везде. И не пей с моего стакана. Ясно. Try this. Попробуй-ка это. I have to finish, надо закончить the thing I'm trying то, что to make. Я пытаюсь сделать. Что? Что? What if his evil а что, если его злой интеллект использует предмет против меня? No thanks. Нет, спасибо. Может быть, бжа-бжа-бжа-бжа? Хорошо. Может быть, с тобой что-то сейчас скажем, типа, можешь бухать? Ясно, понятно. А куда смерть-то улетела? Что-то взяла вот просто все? Серьезно? Давайте сейф открывать. Там же документы по-любому должны быть. Доступ запрещен. Какого хуя?
температура дыхания не совпадает. Только для авторизованной смерти. Стакан на холод, стакан заклеить, ёбнуть перед сейфом. Дыхнуть. Все понятно. Так, применился? Алло. Холодно. И? Damn, puzzles. Something's wrong. This is a bad choice. Believe me, I'm a pro in bad choices. Чё, блядь? Плёнка. Nope, not an option. А тогда чего? Стакан. Как можно ёбнуть холодку? Как можно холод в себя впустить? Чё это? А, холод везде придём. Cold! Так понятно! Так может теперь сюда? Ты можешь быстрее бегать? What the heck? Так это только для смерти. Подожди, я не понял, а как тогда? Ну-ка, подожди, надо спросить Сару. Hey, Sarah. Найди шланг около стойки. Стройки? Какой стройки? Вот шланг. Типа мне всосать в себя холод. А, ну, реально шланг. Реально шланг, окей, я не знаю. Я думал, это просто оплетка типа красивая какая-то. Теперь давайте дышать. Think, think, think. Doesn't help. This is a combination. Ну так много вариантов между собой. Давайте теперь приклеим шланг на этот, как его? Шланг на сейф. Все же логично. All right. Так, next? Что дальше? А, может быть, надо бухнуть. Стойка. Гнездо микрофона. Don't что? Только не говори, что этот микрофон придется платить. За микрофон придется платить. Гнездо микрофона? Пленка. Nope. Not an option. Телефон, блядь. Think, think, think. Doesn't help. Что теперь? Шланг. I've watched millions of Я же смотрел миллион лайфхаков. И теперь обязан присобачить этот шланг к замку. Where would he breathe? Зачем он? Куда и зачем он будет выдыхать? Так, теперь звонить туда, что ли? Don't tell me I have to pay to get the microphone. Мне реально нужно платить? Ну-ка, давай теперь в сейф. What the heck? Это типа нужно из холода говорить по микрофону, что ли? Он типа сейчас скажет, уф, холодно, и сейф откроется? Cold. Или мне нужна монетка, судя по всему. Пойдемте спросим у него. Скажем, есть монетка? Нет, нельзя. А у тебя есть монетка? Ты же здесь зарплату получаешь, должен работать каким-то образом, нет? О. Hey, слушай, ты тут застелил недавно пару строк. Так ты рэпер, да? А в рэпе я орел, а ты мелкий пернатый. Закрывай, заказывай гроб, я уже иду с лопатой. Yeah, boy. Окей. А нет ли у тебя тогда своего майка? А ты сомневался. Вот этими руками его красил. Знаю, звучит ужасно, так что спокойно. Можешь мне его одолжить? Лучше я дам тебе другую часть меня. Например, кулак. Эй, я тут типа стараюсь тебя освободить. Сорян, ну бля, уличный рефлекс и все такое. Окей. Окей. Что теперь? Микрофон на микрофон? Он сам все сделает. Окей, я понял. Это сейчас что? А зачем тогда нам нужен холод?
What the heck? Чего? Какого в натуре? Температура дыхания совпадает опять. Бля, он покраснел, ёбаный, конечно. Damn, puzzles? Something's wrong. Он покраснел, ему жарко. О, выдай мне настоящего дэт-метала. Бат, ты чё-нибудь убойное? Ух ты, микрофон же спёрли какие-то музыканты. Они и так и померли от наркотиков, но ещё и воруют. Что ж за люди такие? Вот оно, холодное дыхание смерти. Так, окей, бейджики. Давайте возьмем себе один бейджик. Один бейджик есть. Второй бейджик нет, окей. Он спел какой-то незнакомце в ночи или что-то типа того. Так, бейдж, на. What if his evil AI uses this thing against me? No thanks. Тогда его нужно отдать пацану. Ну, конечно. Конечно, пацан, нужно отдать смерти бейджик. Бейджик смерти. Here you go. Вот, держи. Thanks, man. Спасибо, мужик. Респект. Как тебя звать-то, земляк? I'm Angela. Я Анжела. Nice name. Годное имя для этого места. А я Димон. Димон? Демон. Димон. Димон, мужик. Димон. Кстати, не против, если я буду твоим попутчиком. Твоим очень брутальным, крутым гангста-попутчиком. Рифмующий чувак может добавить мне просмотров. Ты в команде. Анджело и Димон едут в ад, а вызов принят. Базаришь, чувак. Думай обо мне как об универсальном инструменте. Окей, поехали. Destination? Направление Аурн. Наведем там шороху. Димон. Это он. Типа включено что-то там, какой-то Дим. Я не понимаю, что это. Я в этих рэпах не разбираюсь. Дорога в ад. Прохи родители там были нарисованы. Объявление на станции. Поезд прибывает через 2000 лет. Here we are. Ну а вот мы здесь. И что дальше? Разнести все какой-то матери? Я бы хотел пошариться по интересным уголкам в аду. Поснимай, чтобы потом сделать самое хайповое видео на своем канале. Ну, а потом, по моему плану, свалить отсюда нафиг. Давай-ка попробуем организовать типа экскурсии. И найдем того, кто вообще отвечает за это уродское место, называемое адом. Может, я встречу кого-то из своих корешей? Я многих сюда посылал. Окей. Давайте, короче, на этом закончим. Здесь может быть маша реклама, если что, поэтому без проблем. Веселая игра, но опять-таки это квест, а квесты смотрибельны очень сильно от слова нет. Поэтому он прикольный. Возможно, не знаю, ничего не буду обещать, но современно по идее, но старо по самой реализации и, в принципе, по самому смыслу. Но выглядит довольно забавно. Не знаю, русская эта игра или не русская, но чисто, может быть, почему бы и нет. Вроде как русский грамотный довольно, а уж на английский перевести-то кто угодно может. Такие дела. Ссылка на плейлист в описании под видео, который, давай гляшки, наверное, будет в описании. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем до встречи в следующей серии, ребят. В смысле, в следующей серии. В следующих ручках, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.